Чем могу служить? Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Вещь. Уж я-то плохого не посоветую. Прекрасный выбор. Великолепно. Носите аккуратнее. Но это и так. Не берите в голову. Да, да. Это великолепно. Красный выбор. Я плохого не посоветую. Прекрасный. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Великолепно! Отлично! Я плохого не посоветую. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это и так. Не берите в голову. Да? Это великолепно. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Носи. Великолепно. Юный Атрей, чем могу служить? Ах, какой красавчик. Самая маленькая, но не самая простенькая. А, что-то еще?
чем тебя порадовать. Ну, а ты, юноша? Я-то плохого не посоветую. Прекрасный выбор. Великолепно. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так. Не берите в голову. Не посоветую. Отличная вещь. Уж я-то плохого не посоветую. Великолепно. Стесняюсь попросить. Носите аккуратно. Прекрасный выбор. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Это великолепно. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Я-то плохого не посоветую. Великолепно. Прекрасный выбор. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее.
великолепно! Отличная вещь! Я плохого не посоветую. Носите аккуратнее. Но это и так. Не берите в голову. Да, да. Плохого не посоветую. Великолепно! Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Прекрасно! Великолепно! Плохого не посоветую. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так не буду. Да, да. Отличная вещь. Уж я-то плохого не посоветую. Великолепно. Праведного гнева? Никуда бросать. Это важно. Легкие руки деревьев. Ты ж для этого берешь, да? Если убить брата, пусть держит грабли подальше от моего топора. Почистил подарок. А то это кровище. Легкие руки деревья. Ты же для этого берешь, а? Если увидите брата, пусть держит грабли подальше от моего топора. Ясно? Берешь, да? Ты на это. Если увидите, пусть держит грабли подальше от моего топора. Это работа, честь для меня. Эти клинки достойны Бога. Острое.
них очищает. Мое почтение тому, кто это сработал. Бога. Почтение тому, кто это сработал. Огонь их очищает. Это тебе спасибо. Возвращайтесь!
Это же ерунда! Лентяй! Да, парень. Совет Валькирий. Валькирий же из Вальхаллы, нет? Рад, что ты хоть что-то слушал, брат. Все верно. Вальхалла — великий чертог Инхериев, родной дом Валькирий. Но там они на виду у всяца, сам понимаешь. А их отношения с Одином были, ну, натянутые, по крайней мере, когда я был его советником. Почему? Это еще более долгая история. Сейчас лучше осмотреться, понять, что к чему. Она тебя не слышит, парень. Видимо, в шлеме осталась только частичка его владелицы. Я думаю, сама Валькирия отправилась в Вальхаллу, чтобы попробовать навести там порядок. Кто это? Гун, хозяйка войны. После всякого боя она первой появлялась на поле битвы и вела души достойных воинов в Вальхаллу. Тяжкая задача, но она ею очень гордилась. Всякого боя не может быть. Все так. Конечно, ей помогали сестры, но Гун всегда являлась первой. Ее суждение о павших не подвергалось сомнению, и потому Один весьма ее ценил. Она была его любимицей. Прекрасная Гёндуль. И? А? И все? Прекрасная Гёндуль? А история? Прости, приятель. От вида Гёндуль у меня всегда перехватывает дыхание. У нее сладкие речи, быстрый ум и такая фигура, что она в самом прямом смысле сводила мужчин с ума. Один даже запретил ей появляться в Мидгарде, потому что безумцы в Вальхалле ни к чему. Это Гейр Дрифуль, мастер оружия Вальхаллы. Отвечает за вооружение и тренировку инхериев Одина. Кого? Его армии на случай Рагнарёка, ведь затем Вальхалла и нужна. И инхерии ждут его в чертоге, бесконечно обжираясь, надираясь и предаваясь блуду. Когда настанет Рагнарёк, Один призовет их, и они пойдут за него в бой. У Гейр Дрифуль хлопот полон рот с такими-то вояками.
это, друзья мои, Кара. Конечно, все валькирии по натуре вспыльчивы, но Кара — это само воплощение бури. Бури. Да, сперва спокойно, а потом воздух дрожит и начинается хаос. Это даже красиво, особенно если смотреть на это все из укрытия. А еще ее слезы омывают залитые кровью поля сражений. Это рота, избирающие убитых. Выбирают не все валькирии? Не все. Хотя именно это принесло им известность. Ведь это их первейшая обязанность. Ты сам видел, что стало, когда валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, гун, скульт занимаются отбором павших после боя. Без них Хель переполнен душами, которым место в Вальхале. Печальное зрелище. Рота наверняка в ярости. У нас Гейр, целительница. Валькирия целительница? Странно. Да, Гейр была странной. Очень тихой, спокойной. Ее сестры как шумные горные реки, а Гейр как ласковый ручеек. Она исцеляла и смертных, и богов, и даже излечила одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ай, до сих пор стыдно. Так-так, Хильдр, хозяйка битвы. Они с Одином на удивление хорошо ладили, а вот с прочими валькириями не особо. Ее чаще всего можно было найти здесь, в Мидгарде. Она наблюдала за распрями смертных, а то и сама их разжигала. Кое-кто считает, что она сама воплощение вражды. И что станет с ней теперь, когда она свободна? Ольрун. Когда-то она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Ольрун приняли в Вальхалу, но там она решила посвятить свое посмертие погоне за знаниями. Весьма необычный выбор, особенно на фоне беспробудно пьющих обитателей Вальхалы. Как она стала валькирией? Один увидел в ней родственную душу. Он-то мог понять ее упорную тягу к знаниям. Он назначил Ольрун летописцем при валькириях.
Thank you.
Следи за ними! Да-да, конечно. Сейчас все свои дела. Ugh!
Go!
Спасибо, друзья. Вы спасли Валькирий. Сигрун, как все это вышло? Мимир, это ты? Тебя освободили, но... За свободу надо платить. Это правда. Бесчисленное множество зим мы служили Всеотцу. Но только благодаря его союзу с королевой мы получили долю свободы. Королева не ты? У Валькирии только одна королева. Богиня Фрейя. Когда Один обрезал ей крылья, я служила вместо нее. Но Всеотцу этого было мало. С помощью древних чар он наслал скверну на моих сестер. Я пыталась уменьшить ущерб, заточив их там, где они не принесут вреда, но я тоже потеряла себя. Сигрун, мне жаль, что я не сумел помочь. Мне надо было попытаться сделать хоть что-то. Что будет с тобой теперь?
Я должна объединиться с сестрами. Вместе мы восстановим равновесие в мирах. Валькирии будут вечно вам благодарны. Помогли им, кажется. А ты как будто не рад. Сложно радоваться, когда от тебя осталась одна голова. Я благодарен вам за то, что вы освободили Валькирий, но всего этого можно было избежать, если бы только... Ты сам сказал, глава. Это уже не важно. Прошлое остается в прошлом. О, а ты нынче прямо благодушен. Конечно, я доволен. Гномы пустят шлем в дело. Да, у твоего папаши одна песня. Есть такое. Королева Валькирий? Она нам не говорила, и ты не говорил. Объяснись, голова, или снова чары мешают? Вовсе нет. Фрейя и правда была королевой Валькирий. Они были частью свадебного дара от Одина и преклонялись перед могущественной богиней. До сего дня я даже не знал, насколько. Ого! Побродили чуток по Нифльхейму? Откуда ты знаешь? Да эту вонь Вальди ни с чем не спутаешь. Кроме того, у тебя туман на башмаках. Носи с гордостью. Тебе мелкий пузатый. Ну, удачи.
Надо привязать его к лодке. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Это последнее. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед! Вперед!